Никто от такого не застрахован. Улица. Прохожий. Злоумышленник пытается совершить преступление. На розыгрыш не похоже. Хватит ли смелости у случайных свидетелей, чтобы остановить вероятного преступника? Помогите, пожалуйста, сумку украли! Сегодня в социальном эксперименте нам помогают подписчики паблика «Катунь-24» сети ВКонтакте. Одним из первых откликнулся программист Александр Яровой. Не испугался, а ведь было чего. Первая же попытка похитить сумочку доказывает это. Сумку украл, бегу, слышу, куда я поворачиваю, такой мужик здоровый, лицо злое-злое. Я думаю, блин, все, попал. Конечно, Александр не похож ни на опасного преступника, ни на мастера боевых единоборств. Но многие прохожие все же предпочитали не замечать его противоправных действий. Не видели, что девушки сумку украли? Ну, я услышал просто и все. Почему никак не отреагировали? Я вам крикнул, чтобы поймал. Ну, вы же могли сами побежать. Ну, он же ближе был. Ну, что он, может быть, он не успел, не расслышал. Как же социальная ответственность наших горожан друг к другу? Ну, вот такая ответственность. Вот такая ответственность, да. Которой практически нет. Выходит так. Как мы выяснили, многие барнаульцы ранее сталкивались с подобными ситуациями в жизни. Само воспоминание о том, что было некому помочь, сейчас вызывает негативные эмоции. Одна из свидетельниц попытки нашей постановочной кражи приняла происходящее очень близко к сердцу. Почему? Что такое? Это неприятно. Вы как считаете, надо показывать вот людям такие живые примеры, что такое может произойти с каждым? Обязательно. И этим самым показать, что необходимо реагировать. Конечно. Как вы считаете, необходимо реагировать? Да. Канал «Катунь-24» уже не раз проводил эксперименты, пытаясь доказать. Барнаульцы готовы действовать по велению совести. Не всегда это удавалось, но в этот раз случайные свидетели, не задумываясь, приходили на помощь. Скажите, почему так поступили? Да как, почему девушка стоит, сумку выхватывает, а как еще-то поступать? Ну блин, ну как-то это не по-людски воровать, во-первых. Во-вторых, ну почему бы человеку не помочь? Страшно не стало? Да нет, почему? Что, первый раз, что ли? Что касается стражей порядка, оказавшихся неподалеку от места происшествия, то они, хотя и не успели вмешаться, дали всем зрителям канала полезный совет. Если оказались свидетелями преступления, попробуйте хотя бы запомнить основные приметы нападавшего. В таком случае шанс поймать преступника по горячим следам увеличивается многократно. В чем он одет был? Ну, рост примерно человека. Сколько лет примерно? Ну, внешность, если там в шапке было, если без шапки, волос какого цвета, там все это передать. Что в сумке находилось, какого вот цвета сумка была. То есть все это, в какую сторону побежал. За час съемок социального эксперимента актеры привлекли к себе огромное внимание, а общий результат в пользу барнаульцев. Благодаря неравнодушию горожан совершить преступление в общественном месте практически невозможно.